Дорогие друзья, самые яркие, самые уверенные, самые осознанные. Меня зовут Позднякова Лилия. Я из города Орел, мне 52 года. Я в прошлом учитель начальных классов по образованию, из семьи педагогов. Но жизнь иногда неожиданно меняет наши пути. И отработав год в школе, я ушла в декрет, где именно тогда и началась моя история в предпринимательстве. С грудным ребенком так получилось, мне не помешало начать путь в бизнесе. Сейчас я уже 30 лет как предприниматель, владелица собственного магазина нижнего белья. И за это время, конечно же, было много успехов. Я в прошлом чемпионка области по шахматам. Активно занимаюсь духовными практиками, такие как биоинформационные технологии Аркадия Петрова. Передаю архипотоки. И, конечно же, эти занятия дают немного сил находить гармонию, но в какой-то момент я поняла, что даже у самых энергичных людей, предпринимателей, наступает выгорание. И, конечно же, я стала искать что-то новое, что может мне помочь именно восстановить силы и найти, конечно же, единомышленников, вдохновляющее окружение. И вот так вот я пришла в Суперджам, как сейчас рассказала наша Аллочка, и встретилась с нашим тренером Натальей Гутеровой. Буквально заскочила на тренировку за 10 минут до начала. Быстро сфотографировалась, выложила свою историю. И вот так начался мой путь в Суперджампе. Хочу сказать, что у меня это стало осознанным решением стать фаундером. Потому что, конечно, методика настолько уникальна, методика настолько сильна, настолько она ресурсна, что буквально она работает по всем планам. Это и энергетический, и физический, и информационный. И поэтому за короткое время в нашей методике есть все, что есть в других технологиях на просторах интернета. И поэтому, конечно, я хочу поблагодарить своих наставников, свою команду. Это прежде всего Аллочку Сотникову, это свою дружную команду, Олега и Надежду Раздобудкину. Это я почувствовала здесь вот плечо команды, потому что в бизнесе одна, много лет, 30 лет. И я прям просила Бога, делала запрос найти такой бизнес, чтобы можно было масштабироваться. И вы знаете, здесь вот в Суперджампе я это нашла. Я нашла дружное плечо команды, но так как вот поддержали Наташу Гутерова, вышестоящие Надежда и Олег Раздобудкина, я благодарю вас, мои родные сердца, что я вас наконец-таки нашла, свою стаю. И, конечно, отдельно благодарю Петра Силкина, нашего Владимира Довганя, который создал уникальный продукт, которого просто нет на Земле. И я думаю, что наше будущее, оно настолько велико, масштаб наш настолько большой, что еще вся планета о нас узнает, и мы натренируем каждого человека на нашей Земле. Благодарю и передаю слово.